Итак, доброго времени суток, дорогие друзья. Сейчас поговорим о айфонах 11 Pro, конкретно Pro Max. Какой цвет выбрать? В реале и виртуале, после того, как у меня появился iPhone 7 зелененький, люди начали засыпать меня столь странными вопросами по поводу выбора цвета. Я еще понимаю, честно говоря, когда выбирают между Pro и 11 Pro Max. Pro маленький совсем, удобненький, офигенно лежит в руке, вот так, по юзабилити. Но неудобно на нем поглощать контент в горизонтальном расположении экрана, когда вы так его держите. Ну, как бы, вот такое удовольствие смотреть на него, потому что экранчик слишком маленький. И также фотографировать и производить видеосъемку не так удобно, как с iPhone 11 Pro Max. Потому что дает это прям плюс огромнейший его большой экран в определенном поглощении контента. Но 11 Pro Max iPhone дает один большой минус в юзабилити по ношению его в карманах штанов, там треников, брюк, шорт. Просто пипец, как неудобно. Почему? Потому что он очень большой, iPhone 11 Pro Max. И, в общем, вот этим странным вопросом меня уже что-то затюкали. Я решил про это снять видео. Какой же цвет выбрать? Золотой выбрать iPhone 11 Pro Max? Или зеленый? У меня их два, у меня нету черного и белого. Ну, в ряде черного и белого могу показать вот такие смартфоны. Положу их просто, чтобы они фигурировали под цветовой палитре. Это Xiaomi Mi A2. И вот такой Redmi Note 8 Pro. Но он не совсем белый, он White Pearl, кажется, цвет называется. Белый жемчуг, то бишь переводится. Вот такой цвет. Ну, я просто положу, чтобы в кадре они фигурировали, дабы могли люди немножко отталкиваться, белый или черный брать. Белый или черный, по моему скромному SEO-рейтингу, очень скучные цвета. Эти цвета уже насточертели и, как бы, ну, не знаю. Брать там можно и белый, и черный, но я же говорю, это классика вообще, как бы, не такая неумирающая классика, не стареющая. Опять же, в кавычках, не стареющая, потому что меня вот уже черный цвет достал так, что меня аж передергивает от него, потому что очень много черного цвета. Телевизоры черные, клавиатуры черные, пультов штук 10 или 12, блин, от разной техники по домам черного цвета все пульты почему-то. Мониторы черные, системы 5.1 несколько штук черные, блин, вот это все забады. Да вот все буквально черное, все черного цвета. Вот винт на 4 терабайта черный, переносной. Пультик, блин, от системы подсветки RGB черный. И вот там что не возьми. Вон, часы новенькие, которые я еще обзор не снял, которые еще не попользовался никак. Тоже черные, коробка от них черная. В общем, вы поняли, к чему я клоню. Меня черный цвет достал просто нереально. Но, ребятки, немножко скажу по чесноку, как есть, немножко меня поддостало то, что смартфоны сейчас начинают делать все такие а-ля развеселые, вот такие всякие цвета. Этот еще цвет более-менее выдержанный, нормально, но есть такие фиолетовые цвета, там, в оранжевые, какие-то красные переливающиеся валы, мне такие цвета тоже не нравятся. Вот более такой сдержанный цвет, ну, кстати, цвет очень симпатичный, хоть он такой и синий. Он не такой развеселый, чуть более сдержанный Honor V30 Pro. Горячая новинка. И, блин, сегодня я узнал, что их, оказывается, не будут продавать в магазинах. Я вообще обалдел, выпал в осадок, потому что смартфон шикарный. Они продаются только по предзаказу и только ограниченным тиражом. Вот такая вот засада. Ну, в общем, положим его тоже в кадре, чтобы по цвету могли ориентироваться. Вот такой цвет еще серый. Я серый цвет тоже не люблю. Зеленый цвет не очень люблю, как бы. Ну, я же говорю, это еще от настроения очень сильно зависит. Я черным цветом перепользовался, поэтому у меня черного уже цвета блевотит. Вот такой цвет серый, хоть я его не очень люблю, но он обалденно классно смотрится в OnePlus 7T. Это что-то новенькое. И вот это стекло, оно сделанное под металл, прямо ощущается чуть ли не как металл. Вообще просто OnePlus 7T по тактильным ощущениям просто бесподобен. Сразу ему лайк в карму, потому что бренд OnePlus молодцы. Угадали со смартфоном по небольшой цене. Ну, сейчас как-то по небольшой. Я взял за 3-4 тысячи рублей. Сейчас в магазине, где я брал, он стоит 40 тысяч или 41 тысячу рублей. Сейчас, ребятки, к сожалению, все подорожает. Ну, не все. Некоторые смартфоны подорожают на 20%. К примеру, видеокарту я купил за 54 тысячи рублей. Она уже стоит 65, на 11 тысяч поднялась. Монитор, который у меня, он стоит... покупал за 33 тысячи рублей, сейчас он поднялся 47.
блок, системник новый взял себе, короче, взял по одной цене, простоял он какое-то время, я вот только начал распаковывать, собирать его, все начинает взлетать, компьютерное железо. Смартфоны еще не все взлетели в цене, но тоже взлетят, почему? Потому что, к примеру, это RST-версия, этот на 512, этот на 256, и этот RST-113-990, 114 рублей, этот 131 тысячу рублей. Ребята, не РСТ этот стоил, допустим, на 64 гигабайта стоил 80 тысяч рублей, РСТ стоил 100. Сейчас не РСТ стоит уже 90 с чем-то, под 100 тысяч рублей не РСТ. Я не знаю, подорожают РСТ или не подорожают, но на вторичном рынке они уже начинают дорожать. Так что, кто хотел себе взять технику, обязательно берите технику, грядет очередной кризис. Техника начнет дорожать, к сожалению, как ни крути. Ну вот еще черный цвет такой, черный матовый, черный глянцевый. Очень классный смартфон, Meizu 16S Pro, просто вообще пушка. Я про него поснимаю обязательно, у меня руки не доходят. Да, я честно вам скажу, снимать желание уже немножко поднадоели мне эти все смартфоны. Я хочу куда-то упереться в новую рубрику, упереться лбом и пробивать новые этапы развития канала в плане съемки другого контента. Я же говорю, про смартфоны мне не надоело снимать уже, ребят, конкретно и давно. Ну, я же объяснял уже не раз, что если варишься, блин, в этой тематике уже 20 лет ровно, с 2000 года, как я начал интересоваться КПКшками, первыми там телефонами, и т.д., и т.д., и т.п. А первые телефоны вообще у меня появились года с 95-го. Такие кнопочные, огромные мобилы, когда ни у кого не было их. У меня был первый, я не помню даже, как назывался, честно говоря, блин. Но огромный был, Nokia, что ли, был. Огромнейший телефон, он весил, помню, 700 грамм. Ну, в общем, вот Google Pixel 4 XL, смотрите, ребятки. В черном цвете тоже, глянцевым, блестящим, но немножко отличается от цвета Meizu 16S Pro. Здесь прям такой, блин, dark black. А здесь такой какой-то антрацитовый больше цвет, такой переливающий. Здесь такой уголь антрацит. И вот, вот видите, разница есть. Прям здесь черный, вот такая плотность черного колоссальна. Прям поглощает цвет. А этот черный такой отражает цвет. Немножко по-другому выглядит. Ну и, в общем, теперь к нашим баранам. Айфоны. Так, давайте достанем же еще один из чехольчика. Чехольчик офигенный, кожаный. Металлические кнопки золотые. Ну, под золото выкрашено. Даже, вернее сказать, лимонное золото. Потому что золото тоже разных видов. Ну, я знаю три вида золота по цвету. Вот это под лимонное золото. Так. Да выехай, выехай. Вот чехол его держит вообще. Вроде открытый низ. Чехол вообще шикарный просто, дорогой, но он того стоит. Так, и вот золотой iPhone. Давайте что сделаем, давайте поставим. Вот, я, короче, сейчас. Под желтый чехол я себе установил такие желтые обои. Обои. Вот. Здесь такие. На экране блокировки такие. В общем, по поводу цвета, ребята. Я же говорю, мне не совсем ясен этот вопрос, который мне часто спрашивают люди на улице, знакомые, друзья, и в интернете спрашивают, в соцсетях, и да, на ютубе, какой цвет выбрать, какой посоветуете, какой порекомендуешь. Ребят, ну вот тут честно, зависит все от вашего вкуса. Я вам на примере черного цвета объяснил, что у меня просто очень много в жизни черного цвета техники, поэтому мне это уже не радует, черный цвет. Этот немножко темно-зеленый. Вот, допустим, я буду говорить от себя. Нравится вам, не нравится кому-то, я буду говорить со своей колокольни, поэтому кого-то обижу, возможно, кого-то обрадую, уж не обессудьте, буду рубить правду матку, как и рубил дальше. Мне черный цвет лично не нравится, поэтому на черном цвете, блин, я ставлю болт в плане покупки iPhone 11 Pro Max. Не советовал бы вам брать в черном цвете. В белом цвете, ну, ребята, тоже белый цвет довольно-таки скучный, и iPhone 11 Pro Max, 11 Pro выглядит какой-то как хирургический инструмент, мне напоминает почему-то, поэтому тоже не советую брать. Изначально я себе купил на старте продаж в октябре iPhone 11 Pro Max в золотом цвете, и ни разу об этом не пожалел. А вот друзья, которые купили в черном цвете, многие уже пожалели, потому что говорят, да, действительно, черный цвет скучный, и какой есть минус у черного цвета и у темно-зеленого, их нифига не видно вечером. Ночью не видно, вечером не видно. Вообще непонятно, какие вы телефоны используете. Многим по кайфу, чтобы если они вкладывают такие бабки, 100 тысяч, там 114, 131 тысячу, чтобы смартфон был узнаваем, что смартфон брендовый, такой пропуск в элитное общество. Ну, это все как бы троллинг, я шучу, вы понимаете, надеюсь, умные люди. Ну, в общем,
Многие хотят, конечно, чтобы его смартфон был как визитная карточка. Сам говорил за его владельца. То, что владелец, то бишь состоятельный человек, может себе позволить купить такую дорогую игрушку. И в черном цвете, вот для таких понторезов, понтовщиков, я сразу скажу, тоже не обижайтесь на эти слова, там понторезы, понтовщики, почему? Потому что, ну, люди все мы разные, ребят. Кто покупает для чего смартфоны? Я просто гаджетоман. У меня смартфон головного мозга. Я их 20 лет покупаю, тестирую там и т.д. и т.п. Как бы мне это просто интересно. Кто-то покупает, чтобы попонтиться. Кто-то покупает там для игр, опять же. Есть игровые смартфоны очень классные. Ну вот, кстати, вот это полностью игровое решение, полностью камерафон тоже. Кто-то покупает смартфоны, опять же, из-за камеры, потому что камера для них вообще номер один. Для меня в смартфоне важно только одно слово. Это одно слово «все». Мне в смартфоне важно все. Если будет камера хорошая, блин, процессор говно, не будет игры тянуть, не будет приложение нормально запускаться, или будет тупить датчик отпечатка пальца, то нафиг мне такой смартфон будет нужен. Или наоборот, если будет игровой смартфон, на нем будут игры летать, но камера будет в нем говно, то опять же, нафиг мне такой смартфон нужен. А так вы каждый для себя сами подбирайте, решайте, что вам купить, в какую нишу удариться. Что вас больше интересует? Я же говорю, мне в смартфоне интересует все. И давайте возвращаемся к нашим баранам по цветам. По цвету однозначно не рекомендую брать белый, потому что он скучный, напоминает какой-то хирургический инструмент, не знаю, вот такие у меня ассоциации с ним. Черный не рекомендую брать, но уже меньше, чем белый. Белый вот 100% не рекомендую, черный рекомендую брать процентов 75. Ну, черный очень скучный, он как-то смотрится, ну... Ну давайте, чтобы не быть многословным, я вот сейчас покажу, у меня сейчас как раз про айфоны открыто, я сейчас читаю там про айфоны. Вот черный айфон показан, смотрите. Вот на черном фоне эти глазки камер, они просто тонут, их там просто и не видать. Вот в зеленом цвете, зеленый цвет не рекомендую, скажем так, процентов на 25-30. Почему не рекомендую? Вроде бы это новый цвет, на старте продажи за ним была беготня. Да и сейчас этот цвет довольно-таки мало присутствует в магазинах, и он до сих пор остается более-менее эксклюзивным. Классный цвет, приятный. Но вот столкнулся с тем, то, что и друзья мне то же самое говорили, я с этим столкнулся, когда приобрел зеленый iPhone, то, что его в вечернее время или в ночное вообще не видно, что у вас за смартфон, непонятно, чем вы пользуетесь там. Как бы так. В этом плане, я же говорю, для понтовщиков-понторезов, в необидном смысле этого слова, в ключе этого слова необидном, советую брать однозначно для понторезов либо белый, хотя я его не рекомендую для всех остальных граждан, либо золотой. Потому что золотой, он не такой какой-то холодный, как белый цвет, более теплый, более приятный. И опять же, для тех, кому важно, чтобы ваш смартфон видели, блин, за километр, будет видно всегда, что у вас новенький, кайфовенький айфошка. Да, прикольно смотрится в золотом цвете. Я вот то, что взял в золотом, ни разу не пожалел. Зеленый взял айфоны только из-за того, что была сумасшедшая акция. Сумасшедшая акция была в NVIDIA. NVIDIA вот такой плюс, вот такой, вот такой, вот такой. NVIDIA молодцы. За айфон, который стоит 131 тысячу рублей, мне на карточку положили 66 тысяч рублей. А мне и так там нужно покупки совершать. И 50% стоимости следующей покупки я могу оплатить бонусными баллами. Вот такое спасибо магазину NVIDIA, вообще просто надарили мне там куча бабосов, которые мне бы так и так пришлось тратить из моего кармана, а теперь я могу половину этого заплатить бонусными баллами. Но, ребята, надо понимать, что такая акция бывает очень редко, раз в год. Эта акция круче Черной пятницы. Ну, чтобы было еще проще, понятно, покупаете два iPhone 11 Pro Max, третий iPhone 11 Pro Max вам дарят. Это просто что-то с чем-то. Магазин NVIDIA меня просто вообще удивил. Раньше меня так удивлял, магазин был очень хороший, немецкий бренд, Медиамаркт магазин. Он, к сожалению, ушел из многих городов России, позакрывался. Ой, вот там были акции сумасшедшие, сумасшедшие акции. Даже были на айфоны сумасшедшие акции, на планшеты там от Apple, от других брендов. К примеру, я там покупал себе фотоаппарат Sony A77 Mark II Q, назывался, короче, за что-то 80 тысяч рублей, не помню. И мне к нему начислили там 20 или 30 тысяч бонусных баллов. Я себе купил бесплатно флешку к нему, сумку дорогую за 3,5 тысячи качественную взял. И взял еще объектив за 20 с чем-то тысяч. Телевик 50-200 миллиметров фокусное расстояние. Просто обалденно. Потом я там покупал еще один фотоаппарат Sony Mark II Alpha, как-то там не помню. Короче, он еще дороже, 114 тысяч стоил или 115.
Мне за него надарили там тоже 1050 бонусных баллов, короче. Я потом не знал, что ходить. А тогда можно на бонусные баллы было обращаться, если 50% можно оплачивать в МВидео. Тогда в Медиамарте можно было 100% оплачивать. То бишь за два фотоаппарата мне подарили 90 с чем-то тысяч рублей, 97 тысяч рублей, я не помню. Я помню, ходил тогда по магазину в Медиамарте, это был 2015 год. И я ходил, я не знал, что выбрать себе, потому что у меня все, в принципе, есть. И вот не знал, что выбрать. Чуть ли не полдня лазил там по Медиамарту, потому что Медиамарт – огромные магазины. Очень жалею, что они закрылись. Вот их, кстати, МВидео их и выдавило, вытеснило, потому что больше всего на них перли МВидео с проверками к ним, проверки постоянные засылали, то все, мусе. Ну, короче, в общем, задушили Медиамаркт. Все, его больше на российском рынке как такового нет. Может, остаточные еще остались магазины где-то в городах, точно не знаю. Но знаю, что во многих городах он все заглох, закрылся год или два назад уже. И, ребята, возвращаемся к этим циклопам трехглазым. Вот такая камера, это сразу визитная карточка iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Честно скажу, ничего не имею против попугайнизма в хорошей степени, но такой дебильный попугайнизм, какой устраивают позорные бренды Android смартфонов производители, все начали вот такие выпускать камеры под iPhone юбилейный, iPhone 10. У всех пошли вот такие камеры, куда ни плюнь. И потом еще более позорное явление, начали делать челочку под iPhone X. Это просто пипец, потому что, то бишь, под iPhone 10 начали делать, повторять такую же челочку, как у него. Вот такой попугайнизм мне не нужен, потому что каждый бренд должен идти своими тропами, что-то продвигать новое, что-то вносить новое. Какой классный был бренд LG. У него, к сожалению, ужасные продажи были постоянные, он падал вниз, пока полностью чуть ли не обанкротилось мобильное подразделение. В бренде LG 16 подразделений, отвечающих за разные ипостаси. Одни выпускают телевизоры, одни выпускают портативные колонки, там, колонки для домашних кинотеатров, домашние кинотеатры, и вот так, бытовую технику, микроволновки. И вот 16 подразделений таких. И одно из подразделений, я не помню, подразделение номер 9, кажется, оно называлось, мобильное подразделение, которое отвечает за выпуск мобильных телефонов и смартфонов. Вот оно работало последние лет 5 в колоссальные убытки, колоссальные минусы. И, к сожалению, сейчас поговорят о том, что вообще оно закроется в 2020 году. Не знаю, или через 2 года сказали, короче. Или сейчас, или через 2 года вообще полностью закроется. Потому что оно неликвидное и тянет вообще весь бренд LG в огромный минус, в колоссального масштаба минус. Но вот какие были классные LG, это была такая ремарочка, пояснение к чему. Какие были классные LG, вспомните, ребят. LG G4 был смартфон с кожаной крышкой, блин, снимающаяся крышка, снимающаяся батарейка, две сим-карты, вставлялась microSD. Кто помнит LG G4, ребят? Я вообще просто был с него в шоке. Был в телефон, который опередил время, но, к сожалению, у него были определенные косячки, он бывало ловил бутлуп, короче, то бишь смартфон, можно было сказать, самоуничтожался со временем. У кого-то были такие проблемы с Nexus 5X и с другими брендами LG. Это у LG, короче, накосипорили. Бывало такое у LG. Потом LG это все изменило, уже в дальнейших смартфонах такого не было. Такая наподобие фишка была в LG V10 еще. Ну а так, смартфон был шикарный, с шикарнейшей камерой, которая опередила свое время. LG G4. Потом еще был до него еще классный смартфон, который вообще в LG G2. LG G2, который в мобильном подразделении LG продавался лучше всего. Это был LG G2. Вообще просто пушечный телефон. И с шикарной камерой, и с шикарной автономностью, которая сейчас... Ну, никто, наверное, не может похвастаться. Только вот, кстати, iPhone 11 Pro Max. Долгожители из флагманов. Если какое-то там говно покупаете, а у Кутель на 10 тысяч батареек миллиампер час, то бишь тогда, конечно, понятно, там смартфон будет жить долго. Но если у вас флагман, то флагманы не живут долго. Вот исключение эти два смартфона. Спокойно вытягивают двое суток, спокойно, вообще, без проблем. Так, ребятки, ну по поводу цвета, все, возвращаемся к цвету. В общем, вы поняли, рекомендую я либо зеленый, либо золотой, потому что белый скучноватый, черный мрачноватый, золотой. Вот этот золотой именно не выглядит как цыганский стиль какой-то, он такой пудрово-золотой, я не знаю, как этот правильно цвет называется. Ну, очень красиво выглядит, как выглядит, как какое-то лакшери произведение искусства из золота. И здесь металл офигенный. В общем, смартфон вызывает одни теплые чувства, когда его берешь в руку без чехольчиков. Да и когда в чехольчике берешь, просто, конечно, ну, очень приятные тактильные ощущения. По поводу зеленки. За зеленкой что-то гонялись вообще со старта продаж и гоняются сейчас. Мне зеленый цвет нравится, но я совершенно спокойно к нему отношусь. Я же говорю, я его взял
только потому, что были сумасшедшие акции. Мне, считай, подарили пол этого смартфона. Вот и все. Потому что и так бы я покупал, а теперь, получается, мне пол смартфона бы его подарили. Ну, просто обалдеть. Почему я хотел, говорю, и так покупал? Потому что я все фотки, которые наделываю, я храню здесь. У меня здесь уже 30 тысяч фотографий, и не знаю, там сколько сотен видео, которые я отснял. Я хочу просто хранить там и все. Но 256 гигабайт, как бы, там еще запас огромный, но все равно я решил взять 512, скажем так, чтобы подстраховаться. К примеру, был на фототесте, и была со мной девочка в зоопарке, мы гуляли, короче. И у нее iPhone на 64 гигабайта, тоже 11 Pro Max. И у нее iPhone, блин, прямо в зоопарке обрубил запись видео, короче, потому что все, уже некуда было записывать. Она свой iPhone на 64 гигабайта полностью забила. Ребятки, на 64 гигабайта iPhone лучше не берите, честно говорю, потому что... Ну, если вы очень аккуратно используете память и бэкапы делаете облачные в облака на компьютер, на iPad, тогда, в принципе, можно брать и на 64. Но лучше брать больше. Чем больше, тем лучше, потому что будете чувствовать себя как царь во дворца памяти, когда дофига. В общем, из этих двух цветов я однозначно рекомендую золотой. Вот в конце подотаживаем. Белый, черный менее рекомендую. Вообще не рекомендую практически черный. Белый менее. Зеленый уже с более большой вероятностью, потому что цвет хотя бы новый. Что-то новенькое, классное. Всем понятно, что у вас iPhone новый 11 Pro или Pro Max. Но, ребята, даже в золотом сразу будет любому ежу понятно, где бы вы ни находились, там в торговом центре, на какой-то бизнес-встрече, где угодно, в кинотеатре, что даже было, будет сразу понятно, что у вас новенький iPhone 11 Pro или Pro Max в золотом цвете. И в золотом он не выглядит так угрюмо, как вот этот болото-стайл, болотца-стайл, болотно-зеленый какой-то цвет. Ну, в общем, на любителя, скажем так. Но когда светит сильное яркое солнце, сейчас начинается весна 2020 года, тогда вот этот зеленый цвет приобретает очень красивый оттенок. Сейчас я включу фонарик. И какой минус черного айфона и зеленого? Вот это видна заляпанность камеры. Камер, модули камер, которые торчат, и площадки для камеры, она заляпывается, это видно. Вот видите, сейчас я приложу палец, повожу там, поюзюкаю, поубираю. Ну вот, видите, ой-ой-ой, засрался, как? Это при этом перед обзором я подстригал ногти, еще помыл руки тщательно. И, ребятки, все равно, как он засирается, вот буквально за 20 минут полапал смартфоны, и вот черный цвет засирается. Сделаем такой же тест на золотом крыльце сидели. Так. В общем, цвет прикольный, но... Цвет прикольный, но как бы на любителя зеленый. Ну уж однозначно лучше, чем черный. А, ну, ребят, ну вот здесь тоже засирается. Ну вот смотрите, когда не светишь, вот это за засранности не видно вообще. Давайте посмотрим, здесь видно, когда... А, ну вот здесь видно, кстати, сильнее, да. Но вот на камеру почему-то не передают. Я вот сейчас вижу. Ну да. Короче, в общем, на черном цвете и на темно-зеленом залапанность видна сильнее на модулях камеры. На белом меньше видна и на золотом уж тем более меньше. В общем, если выбираете черный, лучше возьмите зеленый. Если выбираете белый, лучше возьмите золотой. И все, этот дурацкий вопрос больше, пожалуйста, мне не задавайте. Какой смартфон выбрать? Смотрите все на YouTube, вся информация есть. В общем, советую выбирать из этих двух цветов. Зеленый, либо золотой. Все, дорогие друзья, всем хорошего настроения, позитивного общения. И еще, ребятки, ловите момент. Ловите момент, ловите акции в магазинах. Потому что акции бывают просто сумасшедшие в том или ином магазине. Обязательно занимайтесь мониторингом, прям колоссальным таким анализом цен и акций в разных магазинах перед тем, как вы решили что-то себе приобрести в интернет-магазинах и в офлайн-магазинах. Не ленитесь, заезжайте, смотрите, что есть. Все, дорогие друзья, до новых встреч, пока-пока. Всем всего хорошего. Турун-турун-тун. Чух. И да, я до сих пор использую Mi Band 4. Уже с лета, по-моему... Или с осени 2019 года. Очень классный фитнес-трекер. Хотя у меня есть и дорогие часы, куча других. Все, ребятки, это было ПС. До новых встреч. Таран-таран-тан. Фу.